хотел бы вам поделиться своими знаниями, как преодолевать эти препятствия. Ну, вдруг вы в будущем решите поучаствовать в каком-то забеге по пересеченной местности, да, и просто знакомиться навыками, которые необходимы, чтобы преодолеть это препятствие. На самом деле, я первый раз иду на эту тренировку. И эта полоса препятствий, она достаточно сложная. То есть это не просто человек, который занимается фитнесом, раз пришел и все прошел. Например, я не умею взбираться по канату. То есть этот навык мне надо освоить. Я знаю, что очень важна командная работа, потому что даже если у всех одинаковый уровень подготовки, пока не дойдет до конца последний участник вашей команды, то это не засчитывается. Наша задача. Второго столба добегаем, возвращаемся, предвыполняем забег на рампу. Практикуйте движение канат. То есть нужна задача подтянуться, зафиксировать ноги, подтянуться наверх. После того, как вы сделали одно залазание по канату, вы опять же выполняете бег, прибегаете и выполняете рукоход. Не могу сказать, что мне все прям вот так давалось. Конечно, нет. Мне очень хотелось все-таки забежать наверх. Эта история не вышла, но я думаю, что все впереди. Сегодня тоже были такие моменты, когда надо было себя преодолеть и пройти препятствие. Также и бревно, то же самое. Изначально, когда я залез, в одну сторону прошелся стоя, а в обратную пошел уже на четвереньках. Второй раз, когда я залез, уже было проще. В принципе, как бы я считаю, то, что я преодолел себя в этом упражнении. Дойдите до конца, научитесь это делать, и потом скажете: я это сделал, я себя преодолел, значит, я могу больше, значит, я могу свернуть горы, могу управлять самолеты, а потом, может быть, и ракеты, полечу в космос. Вот эта мотивация, эта планка, которую мы ставим сами себе, она дает нам такой прям пинок идти вперед. То, что делает Андрей, он, конечно, крут бесконечно. И тот человек, который хочет действительно открыть для себя какие-то новые горизонты, хочет стать сильнее, хочет зарабатывать, хочет окружать себя успешными, мотивированными людьми, то должен иметь эту внутреннюю энергию, не побояться заявить о себе. Это очень важно.